Хуже всего демографическая ситуация в стране выглядела в июне. На свет появились чуть больше 95 тысяч младенцев. Для сравнения, в 2023 году в июне родились около 105 тысяч детей. Разница составила более 5%. Абсолютное число новорожденных впервые составило менее 100 тысяч. Более того, за полгода число умерших россиян выросло на 4%. Смертность выше рождаемости почти в 1,5 раза. Оренбургские врачи отмечают, у нас в регионе динамика рождаемости также идет на снижение. Однако в областном перинатальном центре число малышей в текущем году увеличилось. В цифрах мы идем где-то плюс 200-300 родов по сравнению с таким же аналогичным периодом предыдущего года. То есть это больше 4000 сейчас родилось детей в нашем перинатальном центре за 8 месяцев. В этом году родилось больше 60 двоен. Вот, ну, примерно такое же количество всегда и рождается. Тройни, они бывают реже, конечно. В том году у нас была всего одна тройня. Вот, в предыдущий год не было тройни. В этом году около 7% детей рождаются недоношенными. Это больше 400 детей. Чаще всего у новорожденных диагностируют заболевания дыхательных путей за счет незрелости легких. Поэтому основной упор врачи делают на поддержание дыхания. Пороков развития за последнее время становится меньше, благодаря наблюдениям врачей и проведению необходимых обследований на ранних сроках беременности.